Коломне прошел ежегодный областной этап конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. В нем принимали участие более 300 человек. Одинцовский городской округ представляли специалисты предприятий «Звенигородские инженерные сети», «Одинцовская теплосеть» и «Коммунальные услуги». Сразу два третьих места заняли наши специалисты. Команда муниципалитета была также награждена почетной грамотой за лучшую экипировку участников смотра конкурса.